Всем привет, дамы и господа, с вами снова Александр. И сегодня я вам расскажу о колясочке от компании Hartan. Модель называется Beat. Она появилась сейчас в ассортименте магазина «Первая коляска». Естественно, ссылка внизу в описании. Все там самые точные характеристики, все-все-все будет там. Сегодня мы ее с вами изучим, посмотрим. Если она вам понравится, по ссылочкам внизу можете заказать. Соответственно, все привезут день-день, и все будет хорошо. Соответственно, что из себя она представляет? Давайте по традиции технические характеристики вначале вам озвучу. Hartan, кстати, немецкая компания, они дают гарантию 2 года. Это очень хорошая гарантия. 7,5 кг весит сама коляска. Угол наклона спинки 125-165. С полугода где-то до 4-5 лет, соответственно, можно ее использовать. Ширина колесной базы 46 сантиметров. Везде, в любую лазейку вы проедете. И вишенка на торте 22 килограмма выдерживает эта маленькая коляска. Она очень прочная. Она ощущается такой прочной. Металл толстый. Все такое прям сборка. Ну, в общем, по качеству заранее забегая вперед, претензий в принципе нет. Соответственно, давайте ее изучать. По традиции сверху вниз начнем. Что касается ручки, 186 мой рост. Смотрите, приблизительно проецируйте на свой рост, как она будет вам. Мне большинство колясок подходит, поэтому имейте в виду. Вот, она, ручка не регулируется, она в ЭКО-коже с прострочкой, все четко, красивенько. В комплектацию, кстати, у нас входит подстаканник и, насколько помню, еще дождевик был. Да, дождевик тоже идет в комплекте. Кстати, ткани тоже очень тактильно приятные. Это и та категория ткани, что очень износостойкие. Зацепок, катышек на ней вот практически никогда не появляется, даже после долгой эксплуатации. Так, козырек у нас вот такой. Можно на одну секцию здесь замочек есть застегнуть. Ну, все же пользуются всегда по максимуму, поэтому вот козырек вот такой. В принципе, его достаточно. Он по бамперу, если смотреть сверху. Кстати, обратите внимание на конструкцию бампера. Я видел раньше уже у немцев подобный бампер. Эта конструкция действительно интересна тем, что вот так вот легко откидывается. Не нужно его там никуда заворачивать. Сразу у нас есть перемычка, чтобы ребенок не подскользнул туда, не проскользнул, точнее говоря. Он у нас прорезиненный, прочный. Ну, в общем, скажем так, травмобезопасный, потому что он прорезиненный немножечко. Вот. И изнашиваться не будет. В общем, бампер такой, прикольный получился. Так, давайте сразу взглянем на сиденье. Спинка высокая, она жесткая. Это не гамачок, ничего такого. Спинка высокая, жесткая. Жесткая не в плане мягкая или нет. Имеется в виду наполнитель. Наполнитель хороший, матрасик там, все в порядке. Я имею в виду, что основание. Так, пятиточные ремни, мягкие накладки повсюду. В общем, вопросов нет. Такая вот у нас есть подножка. Регулируемая, но она регулируется, или мы ее активируем, или убираем. И ступенька для ножек малыша тоже, естественно, есть. И обратите внимание сразу, какая она широкая. Она действительно очень-очень широкая. И это пространство, которое мы получаем обычно в больших всесезонных прогулочных колясках. Вот они в этом плане красавчики, просто сделали компактную конструкцию не в ущерб пространству ребенка. В общем, в этом плане вообще молодцы. Так, что касается рамы, повторюсь, подгонка деталей, все металлическое, подгонка деталей отличная, амортизация у нас кругом, кстати, есть и на задних, и на передних колесах. Плавность хода для такого рода коляски здесь вполне себе очень даже годная. Что касается багажника, багажник у нас здесь по бокам замочки, можно закрыть, чтобы он был в таком состоянии, но можно открыть, и у нас открывается доступ хороший в багажник. Тормоз у нас нормальный. Как надо, сверху все блокируется и активируется. Вот, разблокируется, точнее говоря. Колеса полиуретановые. Сразу давайте, кстати, обратим внимание на то, как регулируется спинка. Здесь у нас тросики. Вот так вот все это выглядит. Вот ее горизонтальное положение, насколько это возможно. В принципе, вполне себе ребенок может поспать. Так, сзади у нас здесь есть кармашек. Вот эта часть у нас можно поднять. И сразу хочу, кстати, обратить ваше внимание, здесь липучка задней стеночки и основания, она во всю длину, не кусочками, а полностью мы можем ее закрыть, и у нас не остается щелей, ну, вдруг ветер там еще, я не знаю, да, у нас не остается щелей, чтобы здесь продувало.
В этом отношении они не поскупились, сделали буквально, ну, чуть-чуть потратили больше липучки, но закрыли полностью. Так, теперь самое интересное, как она складывается. Давайте изучим, посмотрим. Так, поднимаем спиночку. Так, чтобы сложить, здесь на ручке есть кнопочка. Ее нажимаем, запрокидываем вместе с козырьком. Вот видите, да? И вперед. Предварительно, конечно, бампер убираем. Все, вот такая она у нас маленькая. И еще из приятных мелочей. Здесь есть специальная ручка с прорезиненной такой вставкой. Вот. И, соответственно, можем ее вот так транспортировать. Как по мне, прекрасное решение для путешествий. Я не знаю, супер просто. Так, открываем, ставим обратно. И едем. Подытожу в двух словах. Я с большим уважением отношусь к бренду Hartan. Он мне ничего не занес, я его не рекламирую абсолютно. Просто говорю как есть. Вот. Давно уже знаком с этим брендом. Претензий по качеству нет. Это такой хороший, достаточно премиальный бренд. Вообще без вопросов могу смело отнести его к премиум-сегменту. Вот, и учитывая даже, что он премиум сегмент, цена на эту колясочку, кстати, по ссылке пройдите в описании, вы приятно удивитесь, что такой бренд стоит так недорого. Очень конкурентоспособная цена, поэтому вот цена-качество здесь просто зашкаливает. Поэтому как вот ее не рекомендовать? Я не знаю. Как по мне, прекрасная получилась коляска, хорошее положение, куча места, амортизация, классный материал, эко-кожа. Вот ручка, если не регулируется, ну, такое, в принципе, нормальная высота, она такая усредненная, и большинству родителей должна нормально подойти. Так, в принципе, все, добавить мне уже нечего. Если вам понравилась колясочка, понравился обзор, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и переходите по ссылке в описании, заказывайте, все, день-день привезут, будете довольны, это 100%. Собственно, и все. А вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора колясочки для ваших детей. Всего доброго!